Команде 19. Именно вот этот аспект. Приготовились. Ну давай, поехали. Ты в чем-то сомневаешься? Я смотрю, я вижу по твоему лицу, что ты не очень довольна моей идеей. Нет, почему? Просто это нереально будет круто, поверь мне. Я знаю, что это нужно за журнал. Мы его сверстаем сами. Мы придумаем и сделаем все сами. То есть ты хочешь создать журнал, который вообще не существует? Да, конечно, конечно. Поставим меня на обложку. Да, да. А как он будет называться? Ну, придумаем, что-нибудь придумаем там. The best shoes in the world там. Подожди, ну ты хочешь действительно, это серьезно? Я тебе серьезно говорю, это единственный наш с тобой шанс, чтобы ты туда прошла. А как ты будешь? Ну, в общем, у меня два вопроса. Окей. Только два. Первый, как он вообще, как ты будешь делать вид, что он настоящий, а если раскроется, что это будет смешно, это непрофессионально. Да ладно, кто раскроется? И вообще, то есть, если ты будешь такому человеку говорить, что, то есть, предоставлять журнал, и он там какое-то мнение уже составит, и потом выяснится, что это неправда, как вы, ну, а мы сделаем это правда в этот момент? Не переживай, я уверена, во-первых, что ничего не раскроется. А в будущем почему бы нам с тобой не сделать свой личный журнал? Ну, то есть, если нам придется его делать, мы просто возьмем с тобой его и сделаем в будущем. Скажем, это был первый прототип. Зато мы получим человека. Да, это, конечно. Нет, здорово, как мы его получим? Я уверена, что он отреагирует на тебя на обложке. Ты ему принесешь этот журнал? У меня есть проход к его помощникам. Соответственно, я сделаю пару звонков, и все будет отлично. То есть, просто показать? Да.